это утверждение в предположении того, что на самом деле среднее значение Мюбиус маленькое. Вот здесь мы пользуемся тривиальным утверждением, а если воспользоваться тривиальным утверждением, то у нас как раз получается наша цель. Для дальнейшего нам понадобится одна известная функция, которую мы будем назвать вот. Левый предел единица, да? А правый предел, а значение 0. Вот такая периодическая функция. Дробная доля x. А ρ от x надо сделать, чтобы среднее значение равнялось 0, еще свести на 1/2. Правильно так написано. Значит, еще 0. 1/2 как 1. Нам надо рассмотреть функцию g от x минус фи ку ку x плюс 1/2 или через функцию ρ, если записать. Значит, фи ку что такое? Мы же только что поняли, когда вставляли в g равную 1 x, что это сумма воды от единицы до ку d мю от ку поделить на d. Поэтому, значит, что здесь на самом деле стоит? G от x минус G от единицы x плюс 1/2. Или что то же самое, значит, я хочу это выразить через функцию ρ. Смотрите, g от x. Это вот это дело, да? G от единицы. Это вот это дело. Значит, что же такое фи ку умножить на x? Это сумма квадрат от единицы на ку dx мю. Правильно? Значит, ну она тут стоит со знаком минус. То есть у меня x со знаком минус, целая часть со знаком плюс и 1/2 со знаком плюс. То есть это в точности будет сумма по d от единицы до q, значит, мю от q разделить на d останется на месте, а вот здесь у меня будет x со знаком минус, целая часть x со знаком плюс, dx со знаком плюс. Значит, что такое дробная часть числа? Это число минус его целая часть. Правильно? А тут у меня целая часть минус число. То есть здесь я должен писать ρ от dx еще 50 да. То есть для дальнейшего нам понадобится вот такая функция g. И про эту функцию g мы сделаем два утверждения. Итак, мы определили вот такую функцию g большое от x, которая получается из приближения. Значит, вот у нас есть реальная функция распределения конечной последовательности g маленькая от x. Мы ее хотим приблизить вот к такой линейной функции,
естественно, эту функцию приближать на более-менее функцию. Но еще, чтобы приближение было получше, надо вот учесть здесь одну вторую, исходя из того, что среднее значение функции дробная доля x, оно не ноль, нам нужна функция с нулевым средним значением, ее надо немножко сдвинуть на одну вторую. Это называется балансированная функция. Значит, вот мы рассматриваем шардис, которая получается вот таким сбалансированным образом. И мы будем рассматривать интегралы, которые вообще говоря зависят от u, которые есть интеграл от 0 до 1 g от x в квадрате dx. Про этот интеграл мы сделаем два утверждения из нашей функции g. Мы рассмотрим интеграл от ее квадрата и сформулируем об этом интеграле i, который зависит от утверждение первое. Наш интеграл i от q теснейшим образом связан с той величиной d от q, о которой мы, собственно, доказываем наш основной результат. I от q равняется d q phi q минус, но вот почему-то здесь надо написать 1/12. 1/12 здесь, конечно, красиво, потому что она связана с точным равенством, но с точки зрения асимптотики 1/12 для нас не важна. Второе утверждение гласит, что и от q есть о маленькое от q квадрата при q стремящемся к бесконечности, то есть, что и от q разделить на q квадрат стремится к нулю при q стремящемся к бесконечности, и становится ясно, что из утверждения 1 и утверждения 2 следует наша теорема. Какая теорема? Вот эта вот теорема. Ну, что, в общем, ясно, потому что d в точности равно и q разделить на фи q плюс 1/12 фи q. И эта штука, второе слагаемое, вообще совершенно очевидно стремится к нулю, потому что про фи q у нас есть такое равенство, заранее доказанное, что фи от q есть константа умножить на q квадрат, то есть какая-то мелочь, да? А если и от q о маленькое от q квадрат, то здесь как раз получится, что вот это и есть о маленькое от единицы, потому что и от q разделить на фи от q будет не превосходить. Но вот в числителе здесь о маленькое от q квадрат, а фи от q оценивается снизу как q квадрат в этой форме. Поэтому, конечно, из этих двух утверждений теорема следует. Поэтому оставшееся сегодня время можно сделать следующее. Доказать утверждение 1 и утверждение 2. А теорема уже больше не доказывает, потому что найдет утверждение 1 и утверждение 2 следует. То есть мы поступим таким образом. Сейчас мы докажем утверждение 1. Утверждение 1 – это простое вычисление интеграла. Ну вот тут определение, надо выписать определение d, надо выписать определение i и увидеть, что вот здесь справа и слева в этой форме одно и то же стоит. Этим мы сейчас займемся. А утверждение 2 связано с удивительной формулой, с интегральным составлением